Всем здорово! Вы на канале Антонио Пивальди, и мы добиваем Souls-like игру. Ну как добиваем? Добиваем мы свои нервы, да, с вами. Но проходим Lords of the Fallen Souls-like игру. Да, пока мне нравится. Я вам скажу, что ну, захватывающе. И именно сама атмосфера, она ну, притягивает, завораживает. Но все равно напоминает мне Bloodborne по эстетике, да, но по сложности где-то второй Dark Souls. Так, мы с вами остановились на чем? Мы с вами остановились, что мы с вами взяли эту алебарду, да, ну, называется она Секира Ангела. Прокачали ее, если не ошибаюсь, до плюс 4, да. 300 урона с плюхи мы имеем, но у нас теперь с вами проблема по загруженности, да. Соответственно, нужно сейчас нам будет с вами подобрать какую-то экипировку, чтобы она в принципе была на среднем уровне и позволяла нам делать быстрые перекаты. Да, попробуем взять, что мы взять попробуем, тут у нас в принципе легче ничего нет. Да, может мы просто снимем перчатки тогда. Посмотрим, сколько без перчаток будет сейчас. 426. Да, а если мы возьмем перчатки и чуть похуже по ножи, вообще очень мало. Да, так что мы снимаем перчатки. Кстати, возможно, у нас еще есть место чуть получше поставить. Да, шлем. Так можно еще получше. Так, вот. 119 шлем брони дает. Это чуть-чуть побольше, но и вес средний у нас остается. Ну, тут тогда прекрасно все. В принципе, мы с вами нормально выбрали. Можно просто поиграться еще с наручами. Правда. Ну так, давайте мы смотрим. 492, это было больше, чем с поножами и другим шлемом. Да. Ну, значит, двигаемся дальше. Так, мы с вами остановились на чем? Мы с вами остановились на Драговине. Победили с вами босса, пожирателя плоти. И трошки пробежали эту локацию. Да. И у нас остается там пару ходов, пару путей. Два удара надо. Замах длинный. Сейчас тут должен прыгнуть черт какой-то засатый. Нет? Значит, мы к нему пойдем. 461 сюда. Так, а мы, кстати, малых с плюхи варим. Нормально, нужно побегать и понять про эту волыну. Не знаю, тут, наверное, надо сразу переходить в Умбру нам. Давайте пока так побегаем. Да, хорошая связочка. Там какой-то уродец по нам плюет, а тут что-то светится. Поет кто-то. Хотел нас, да? Ну иди, парень, сюда. Эй, ты, может, немного поможешь? Колдун, с каким я путешествовала, сказала, что я там я красивая.
Какой-то артефакт сделал ее камнем. He was a stupid bastard with coin, and the mercenaries got to make a living. Wilmot wanted protection for a journey to Mondstadt. He thought there was powerful magic here for the finding. But the coward ran off when some creatures appeared soon after I started petrifying. They couldn't take my head, but hopefully they hunted him down and made a latrine out of peace. So, looks like my blade's for hire again, when I can swing it. Get this damn thing off me, and I'll be in your debt. Снять проклятие. Get this damn thing. А чем мы можем снять? У нас, в принципе, это магии нет. А зелья нет никакого, которое. Это статусы меняет. А что у нас с вами может быть? А вот это же у нас какая-то святая, да? Да, святая граната. Ну давайте попробуем. Не? Или я просто не попал? Да, ну заклинания нет, это тоже подходит. Much better. Life is to be lived, not spent stuck in a reeking swamp, being crawled over by insects. Since you seem to know your way around sorcery, here, this thing's better off in your hands. Медальончик нам вручила. В знак благодарности. Блестяшку эту можно? Никогда не верь магии, но я поддерживаю. Well, я тоже не люблю играть за магов, хотя в Elden Ring маги очень жесткие абузеры. Так, мы еще с ней встретимся, да? Так, понятно, реплики закончились. А блестяшку можно? Наверное, должна она исчезнуть, должны перезагрузить локацию, и тогда что-то да поменяется здесь. Так, есть, два ударчика есть. Так, тут мы еще энергию пропустили. Там вон сверху какая-то движуха, тусовка у пацанов. Так, ну там, наверное, все, наверное, через Умбру. Наверное, там не пойдем. Кто-то махается вообще. В болото прыгнули, да? А, ну так это же вы можете уйти, понятно. Ну, пришло время, наверное, нам тоже сюда идти. Так, бабку надо срочно. С вертухи, да? Тяжелой атакой забили. Так, здесь у нас тупик. Кстати, тут что-то есть. Попасть не можем. Так, хижина какая-то. И чувак на ходулях. А ну, парень. Ноль урона. А спускаться ты будешь вообще?
А вот, все, 4 удара. Так, запомнили. Так, мы получили ее одеяние, его. Или ее. Так, там еще такой же самый паренек стоит. Ну, давайте. Да, стамины расходует немало этот топорик. Так, тут мы, наверное, с вами были. Да, мы видели эту клушу, видели. Нам травиться ни к чему. Все, уже траванулись. Ну ладно. Ну ладно, пожертвуем трошки хилом потом. Так, кстати, отравленный дротик мы получили. Ну ладно, давайте мы посмотрим чуть попозже, потому что травимся, болеем. Так, собственно, здесь у нас ничего больше с вами нет. Так, а там вот, короче, феечка что-то намеревается сделать с нами, да? Хочет, жаждет. Хотела, да? Не успела, ну что ж. Так, что-то там же охраняло, там, да, вот оно. Там какие-то пропрыги вроде бы есть. Да, можно было бы сверху на них свалиться и нанести неплохой урон. Квинтэссенция святости. Это как раз нужно для того, чтобы улучшить наш с вами сангвиарий. Да, наш с вами банку Эстуса. Так, время в Умбре уже почти наполовину прошло. Так, умбральный земляков. Ой, парень, здорово. Так, парень отъехал. Тут у нас с вами там проходы. Тут тоже какие-то проходы есть. А, лестница наверх. Чуть не пропустили. Да. Копье. Засатая выпала. Ой, как мне нравится их с одной плюхи ложить. Так, а где-то тут, да, была блестяшка. То, что мы с вами видели. Тут, кстати, можно высадить. Да, но тут 3 штуки у нас. Пока подэкономим. Уже дура бежит. Да, там какие-то пропрыги, но смысла у них я не вижу. Да, мы сюда могли спрыгнуть. Кстати, шорткат. Дальше здесь проход справа. Ну, я всегда сначала налево иду. Здесь вообще что-то непонятное, зачем это было. Так, тут можно выйти. Да. Давайте мы выйдем с Умбры, раз их нам предлагают. Время, кстати, уже у нас заканчивалось.
А, так это короткий путь туда наверх, мол, типа можно было понизу и не идти, собственно. Получается, единственный проход только здесь. Так, имеем путь налево и прямо, да? Блин, начинаем всегда слева. Ой, какие вертушки он крутит. Это, ой, песня просто. Два слабых черепа энергии. Так, и еще один тоже жвавый. Жвавый это такой шустрый. Так, здесь чьи-то отголоски, да? Кто-то здесь погиб. Будем иметь в виду. Есть кто? Есть, ну, конечно. Что-то не захватывалась цель. Так, блестяшки никакой здесь я не видел, кстати. Так, а там глубина. А тут тоже проходик, да, какой-то был. Блин, в Умбру идти, что ли? Ну, давайте. Летает, летает. Не успел, не успел. Ладно, подружка. Интересует? Получить по морде. Так, самородочек получили, это хорошо. Туда еще, кстати, можно пойти нам налево. Так. Зеленый перстень. С вашего позволения почитаю попозже, потому что время нахождения в Умбре у нас ограничено. Это не того, что захватил, парень. Так, снова какие-то мы рукава получили. Парень отдыхал. Так, там проходик. И тут какой-то проходик, да, ну ладно. Блин, тут я уже трошки запутался, ребята, кстати. Ничего не вижу. Так, мы с вами это вышли. А где мы с вами вышли? Я вообще-то вообще не люблю, не отрезаю. Maybe you'll endure, although you never really get used to it. You just learn to balance on the edge and ignore the whispers telling you to jump. I came to Mornstead once, a long time ago. I made a mistake, but now I'm going to put it right. Понятно, парень. Так, тут тоже можно отросток посадить. А, мы с вами пошли налево, получается, да? Сюда мы пошли с вами. Да, но можно было пойти сюда, и мы здесь бы с вами обнаружили этого непися. И, собственно, здесь еще, да, какой-то есть путь.
Они того же. Так, 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 так. Время в Умбре снова подходит. Ой-ой-ой. Кто-то тут камни запустил. Ё-моё. Ой, да, неожиданно. Я что-то поздно эти валуны заметил за этими тушами. Я что-то думал, что получилось ускользнуть от них. Ну ладно. Ладно, ладно. Как нам быстрее? Нам быстрее, да, сюда. Пробежим, значит, по-быстрому, по Шурику. Мы уже, в принципе, знаем, куда бежать надо. Ой, как... Ой, вы видели, да? Как я в полуполете их клацнул. Ну, классно, что тяжелый топор, да? И он сбивает с них анимацию атаки. Так, отравленная соль, то понятно. Так, бежим дальше туда, к нашему месту, где нас забили. Тут парень отдыхал. Так, есть. А, пойти не можем, только в Умбре. Ну ничего, пойдем. И только челик, кстати, этот, видите, в Умбре появился. Так, получилось парировать паренька, да, сюда. Или нет? Ничего не вижу. Подождите. Есть подозрение, что вот сюда надо. А валунов, получается, уже нет, да? Раздави. Неожиданные пареньки. И мы с вами пришли опять к валунам. Очень классно, очень хорошо. На ход ноги вылупил типа. А снизу там, что снизу? А, это тот тип тут стоит. Бабку сейчас надо оформить. Так, шорткат. Шорткатом мы дружим. Блин, у нас с вами 7000. 7 кусков. Так, тут был босс. Да, и с первого раза трохи не получилось. Неожиданно здесь был босс. Но было видно, что здесь какая-то арена присутствует. Я уже знаю, куда бежать. Так, сейчас у меня есть только одна цель. Забрать здесь души. Энергию, то есть. Так, ну, души забрали. А что он там делает? Короче, что-то крутит дядя Федор там. Какую-то херню. Страшно, очень страшно. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое.
Взял ХП, снял. Так, ну это я, конечно, в шоке. Ну и где он? Ну иди сюда, парень, чё ты? На арену давай. Ля, башка тупорылая. Так, святым уроном получается мы неплохо накидываем. А вот в морду ему насыпать такого можно. Так, своих хрущей пускает. Короче, в прошлый раз эти хрущи при нападении сбивают выносливость, там, стаминку, там, все вот эти вот дела. Они должны со временем полопаться. Короче, борода. Так, снова эти хрущи, да, майский жук, личинусы какие-то, да, на пол хп-то сняли, давайте камушки еще похаваем. Похавали камушек, да. Давай, парень, будем пробовать что-то, я не знаю. Так, снова побегаем трохи.
Пусть эти личинки откиснут трохи. И я, наверное, попробую святой урончик использовать. Так, ребята лопаются. Не знаю, все можно душу вытянуть. Да, истощение накладывает неплохое такое. Ой, со второго раза получилось. Я считаю, это успех. Какой-то точный молот получили еще. Ну, кстати, когда использовали вытягиванием душ, он как-то раскрывался, интересно. Хватило, хватило хила, вы знаете. Фу! Так, там тупик. У нас получается, наверное, здесь что-то открылось, да? Есть кто здесь? Хозяева? Какой-то там шароёб ходит, а ну, животное. Так, кстати, нужно быть трохи аккуратными, потому что 14К, а 14К это уже близко к 18. Так что, пожалуй, надо как-то аккуратненько подфармить еще 4К. Можно выйти с Умбры. Подбираем четки какие-то. Давайте, выходим. Так, мы сами какой-то шорткат открыли. Это, наверное, в самое-самое начало, как мы только сюда, в Драговину, в эту попали. Это мы с вами обижали на арену, получается здесь тупик, да? Значит, нам нужно на эту лестницу. Так, сейчас ориентируемся, где мы есть. Да, все понятно. Куда нас приведет. Куда-то вниз ведет. А, к этому пареньку, не? Видимо, не к этому. Да проверять-то не особо хочется. Так, тут у нас с вами остался, в принципе, только один подъем, один. Да, который там был, когда мы налево поворачивали. Давайте мы перезагрузим локацию для начала. Далее мы с вами посмотрим, сколько у нас, в принципе, есть черепов. Посчитаем, сколько кэша мы имеем на руках.
Итак, здесь там один, а нет, 4 4 800, 2 3 200, 5 600, да? Нам надо только 4000, да? Предлагаю съесть все, пока снова нажал отдохнуть. Давайте мы съедим все большие. Все большие 3 штуки. Пару мобов забьем. Вернемся тогда мы в наш хаб. Масочку выбили. Ну еще парочку, давайте, ребята. Отдупляемся. Так, все, хватает. Представьте, сколько можно было уровней. Да. Хоботнуть. Какой-то парень новый. There's a point at which pride and purpose become self-destruction and illusion, friend. But if you insist on continuing to punish yourself, then I suggest you venture into the woods. Unnaturally frozen and home to terrors they may be, but they also contain one of the beacons to which you've dedicated yourself. And who knows what other treasures might be found there beneath the snow and ice. Снег и лед, да? More said may be little but a blood-soaked ruin at this point. But the truth is that the нам что-то не встречалось еще зимняя обстановка. Even without the help of those grotesque Rogar, our world is more conflicted than ever. With men of all stations, nations, and creeds at odds. They need someone to unite them and lead them before they all tear each other apart like dogs. Ключ от владения. You look tired, friend. Haven't you already suffered enough? You look tired, friend. Ну, тот чувак, который стоял вот там, вот, когда мы заходили в гнездо пилигримов, дал нам ключ от каких-то дверей, не знаю, может, по пути мы их встретим. Нет, так я почитаю в интернете, что и куда это надо. Так, купить. Наконец-то, вот он. Есть. Да. Жалко, конечно, было, но... Ну, интересно, что там. Я также посмотрю, где все эти двери, наверное, в интернете, чтобы лишний раз не бегать. Так, драгонина. И узнаю, куда можно пойти, что там открывать. И обязательно откроем. Так, идем на наш оставшийся один путь. Так, а ну, ребята, откисайте. Мы уже с вами махались неоднократно. Не вижу ничего интересного. Да, вы со мной прибежали?
Да, кстати, здесь черепа, которые мы подобрали, были в самый раз. Сейчас отправимся. Понятно. Так, а собственно... Снова нужно заходить в Умбру. Ну, давайте мы здесь уже... У нас уже их 4 этих ростка. Поставим, вырастим. Чтобы заново не бегать туда-сюда. Мы босса забили, и если не было уже... не было фонаря, то остается только это. Ну, это подразумевается вызвать росток, использовать. Так, это дура. Надо ее... А, он тут не сам был. Не прячься, чувак. Так, что мы с вами имеем? Мы имеем какую-то плату. Да, дверь имеем. Которые пока я не вижу, как можно открыть. А еще тоже одни двери есть. И тут звуки, ух. Лютейшая тема, так. Минус 3. Сюда. Копилочку. Так, один раз. Росточек есть. Уходи, уходи, уходи. Хорошо. Так. Так, забытая граната. Отравляет, да? Так, снова мы с вами вышли на какую-то открытую местность. Бабочка, бабочку забить сразу. Прокнул ударчик. Ничего страшного. Так. Истощающую соль. Умбральный глаз. Да, я его даже не вижу. Кстати, нам нужно вернуться в, в наш хаб и улучшить сангуари. Ребята. Мы же с вами выбили еще одно улучшение. Ты. Ну тут эти висят, да, там блестяшка. Все мы прекрасно понимаем, что нас ждет. За все? Больше никто подать не будет, странно. Так, тут мы имеем, кто-то усилен паразитом, не ты ли часом? Ну ты тоже. Так, от таких вертух тебе никто не поможет.
Так, бабка там сверху, конечно, напрягает. Тут у нас хатка чья-то. Ой, как хорошо, ребята. Как же прекрасно. You die. Я вот смотрю, нету ли здесь ничего другого, другого прохода никакого нету, да? Плюху уже получил, добрый вечер. Так, ну идем, значит, по намеченному пути, где нас уже с вами приняли разочек. Неожиданно, да. Ну, там была же тоже, в принципе, что неожиданно? Ожидаемо. Надо, нужно за каждым углом смотреть. Бабочка неинтересна. Они то ли сильнее здесь, то ли я что-то не отдупляю. Ну чё, твари? Ну ты откуда выстрелился в спину, ля? А, ты двери разбил? Я думаю, это успех. Кстати, в этом чуваке, как в Bloodborne, была моя энергия. Все, ты здесь один? А, вас двое было, вы оттуда и выбежали, да? Так, проходик здесь есть. Давайте сориентируемся. Мы стоим так. Значит, сначала влево пойдем. По давней нашей традиции. Там вдогонку кто-то так накидывает, так старается. Так, мы здесь можем тоже возрасти. Что-то мне не нравится этот проход. Там что-то крупное намечается. Так что влево не наш. Не наш подход. То похоже на огромную арену с боссом. На что, между прочим, я пока не готов. Тут где-то был какой-то шорткат, можно было организовать. Так, огненная палка сектанта, да? Но это не по нашей части. Это жуткие здесь, конечно, картины. Так, там некий шорткат. Куда он ведет? Ну, давайте уже пойдем, раз уж сюда начали идти. А у вас там банда? Ты
у меня на вас текила не хватит. И, кстати, тут уже и время-то на подходе. Время это имеется в виду... Ну, вы поняли, какое время. Нахождение в Умбре. Так, собственно, нам надо бы... Шорткатик открыть. Это бабка мешает, дура. Засадая. Так, здесь у нас тоже кто-то, да, как обычно... Как обычно. Так, клинок бледного мясника. Обязательно мы посмотрим. Мы опять возвращаемся сюда. Конченый. Просто конченый. Так, где там тот шорткат? Ну, короче, нам пробежать осталось тут по шорткату. Слева одна хижина, и можно направляться... к боссу. Так, мы с вами на месте, да? Короче, вы собираетесь забивать, да, меня здесь? Ну ладно. Не, ребята, вот это вы, конечно, придумали. Тут ад, болото, ой, как хорошо. Так, ладно, быстренько забираем. Пусть не там. Так, смотрим, нам уже на уровне сколько. Ну, на один хватает. Давайте мы с вами переместимся на наш хаб. Затаримся еще камушками, я думаю, на стачу. Если не только нельзя будет улучшить оружие. Так, улучшить. Топор 2000 и... 4 камня, да? Угу. Кстати, мы с ними... Какие мы подобрали камни с вами? Наверное, только мелкие. Ладно. Значит, что мы с вами как специалисты делаем? Мы сейчас с вами смотрим, что у нас по оружию, да? Клинок бледного мясника. Вроде бы неплохая тема. 20 ловкости. Блин, я думаю, нужно оставить. Может, когда-нибудь и придется вкачивать ловкость дальше. Молот точный. Это вообще какая-то санина. Нам это не надо. Давайте сразу мы будем на продаже смотреть. Так, вот он. Не интересует. Булава интересует. Это тоже интересует. Это не интересует. Эта палка тоже не интересует. У нас есть арбалет с вами. Кстати, нам выпал медальон твердости, да? Увеличивает физическую защиту. Здесь у нас зеленый персик новый. Увеличивает стойкость к яду. Кстати, на этой локации было бы очень кстати. Да, глаз дополнительный. Мы почитаем это у молгу, который мы получили. Дальше продаем. Сначала дичь продаем, вот эту вот зеленую.
Это тоже, да, это которое мы с вами находили с той бабки. Итак, что мы имеем? Мы имеем несколько масок новых. Давайте мы с вами сейчас это все переберем в арсенале. Лучше здесь ничего нет. Здесь тоже, да. Грубо говоря, нам просто выпало здесь снаряжение. Ну и пару масок вот этих. Вес небольшой, но и защита небольшая. Зато истощение хорошо очень помогает. Видите, на этой локации, где я, да, истощение было в тему. Ладно. Значит, здесь уже яд, я не знаю. Я не знаю, чем, конечно, босс будет пить. Ну ладно, давайте оставим. Может, босс будет тоже ядовитый. И нам не хватает апнуть еще один уровень. Нам только на один хватит. Давайте сейчас посмотрим. Стамина либо хпшечка. Наверное, хпшечку возьмем. Так, и 2300. Не хватает нам с вами почти косарь. Да. Обидно. 1000 это тоже немало. Сейчас ходить тут зафармить. Заюзаем черепа. Два таких. И один малый. Тогда нам на камни, конечно, не хватит. Ну, а что поделать? Level up он всегда... Мне кажется, в соус на первом месте в данном случае. Стойкость взять. Давайте стойкость уравняем. Так, молку. Кстати, что у нас здесь по воспоминаниям? У нас есть пожирателя плоти. Да. Здесь у нас хорошее заклинание. Но смотрю, нам, конечно, не воспользоваться. Есть копье. Конечно, не помню, где было копье у этого собирателя плоти. Ну, C+, там свет нужен, да. Ну, такое, параша. Засатая параша. Так, посмотрим, что у нас там по глазам. Сверху, который наш, ниже, который мы нашли. Плюс 25 урона для души врага. И восстанавливает истощенное здоровье после убийства врага вожжехлывым ударом, жестким ударом. То есть... Это когда крит в спину, да, такого плана у нас такого особо и не получается. И то, оно восстанавливает только истощенное здоровье, то есть серую полоску. Даже не знаю. Нет, ничего, все параша. Не интересует. Давайте мы отдохнем. Так, что я думаю? Я думаю, наверное, давайте мы не будем сейчас идти на ту арену. Давайте мы оставим это на следующую серию. В этой серии мы уже одного босса забили. Да, в принципе, единственное, давайте мы с вами качнули трохи нашу переносимости веса, да, и может там получится хотя бы какие-то перчаточки поставить. Не получилось. Да, пошли мы у нас. Давайте, знаете, как мы сделаем? Мы сейчас посмотрим, что 494 у нас. Чуть похуже мы возьмем шлем. Да, и попробуем взять какую-то перчатку. Все равно тяжело. Еще чуть послабее, но это уже конкретно послабее.
Я уж даже не знаю, в чем смысл тогда этих перчаток. Ну давайте, там было 494. Сейчас вообще на 70 упало, поэтому нет. Ладно, нам трошки нужно добавить вес, и тогда мы возьмем себе очередные перчатки. Ну, будем так. Ну, типа жесткие ребята. Вообще мясо. Да? Ладно, будем с вами заканчивать. Спасибо всем за просмотр. Лайк, комментарий, пожелания. Все читаю. В общем, не болейте.